сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? А я знаю, что ты дрочишь. Не, нихуя. Тоби пизда. Run. Ай, больно в ноге! Вот это поворот! Ашхабзе! Адеу Татар! Аллаху Акбар! Нормально все? А? Нормально, говорю, все? Рыбачишь? Давай, рыбач. Клюет хоть? Не, нихуя. Пойдем бухать. Пошли, пошли. Пойдем, пойдем. Давай, давай, давай. Давай, иди, я за тобой. Смотри, не упади тут. Ха-ха-ха-ха-ха, я пошутил. На тебя въебало,
душа пробрался в дом тем, кому не спится. И летели мы, ты слышишь, куда рядом притаился закон и пронзает взглядом. И летели мы, все скроет ночью. Концовка Гренни, которая запрещена во всех странах мира. Но обо всем по порядку. А для начала подпишись на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду и быть выше всех. Ведь придет время, и Суприм Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Первую концовку мы рассмотрим, как Гренни закидывает нас в подвал, а затем резко появляется над нами, пожирая сначала наше лицо, а потом все остальное тело. Эта сцена запрещена в странах, где еле-еле избавились от каннибализма. Это Индия и Южная Африка. Причем в Южной Африке от каннибализма избавились еще давно. Просто в Западной Африке каннибализм процветает все еще. И чтобы не вызывать старый инстинкт, эту концовку запретили. Вторая концовка. Хорошая концовка, где мы убегаем от Гренни. И она стоит и смотрит на нас за порогом. Казалось бы, что в этой концовке не так. Но и она запрещена. Эта концовка запрещена в Монголии. Из-за древнего обычая, в котором говорится, что через порог нельзя говорить, передавать вещи. И даже сидеть на пороге нельзя. Все потому, что раньше мертвых хоронили под порогами дома. И что-то делая через порог, вы их очень сильно злите и приносите несчастье. Третья концовка, где Гренни запихает нас к водке и расправляется с нами отрубкой головы, как в древние времена. Эта концовка запрещена в Израиле, где живут евреи, из-за того, что происходило во времена Второй мировой войны, когда Гитлер массово уничтожал евреев. Четвертая концовка, это редкая концовка, которую можно получить, взяв медведя Тедди.